Камьясо. Вальтер Самуэль. Станкович. Красивая серия передач. Люблю я это. Потеря мяча здесь — это просто непростительная ошибка. Славный удар головой. Кордоба. Защитник получает мяч рядом со своей штрафной площадкой. Вот так быстро, практично защитник приводит мяч сразу в линию атаки. Защитник убивает мяч, куда попало. Пануччи. Рефери предоставляет команде право пробить штрафной удар. Не самое подходящее время, чтобы давить сопернику штрафной в такой близости от ворот. И тренер проводит первую за... Невероятно! Ну а что тут было делать защитникам в такой опасной ситуации? Только стараться помочь вратарю, но им это не удалось. Ну что ж, первый гол на турнире у этого футболиста. Первый мяч в этой игре. И, пожалуйте, продолжаем. Санетти. Камьясо. Станкович. Защитник правильно оценил ситуацию. Решил не рисковать. Мансини. Нельзя здесь терять мяч. Ох, нельзя. Как вовремя они разрядили обстановку. Камьясо. Ибрагимович. Он был обязан спасти ворота, и он сделал это. А может быть, он и не целился в ворота. Очень хорошо. Ну что сделает Ибрагимович? Станкович. Прекрасный футбол показывают игроки обороны. Пизарро. Пиротта. Мансини. Пануччи. Станкович. Не торопится расставаться с мячом в такой напряженной ситуации игрок. Футболист бьет головой. Хороший удар. Сезар. Киво. Отлично разобрался в ситуации парень. Ибрагимович получает мяч. Бывает полезно вот так немножко поддержать мяч, разрядить ситуацию, дать команде передохнуть. Еще 15 минут игры. Ну уж если будет выявлен сегодня победитель, то именно сейчас. Киво. Отличная игра головой. И защитник получает мяч. Ибрагимович. И мяч переходит к другой команде. Без ссоры, без споров, без риска защитник убивает мяч из штрафной площадки. Мы это называем вертикальный пас. Очень техничная игра головой. И мяч летит подальше от ворот. Сезар. Камьясо. Решительная игра в обороне. Перед тем, как нанести удар, футболист, похоже, немного запутался в собственных ногах. Вот зачем футболисту голова. Уфур. Нет свистка, игра продолжается. Игрок принимает мяч точно на грудь. Это был удар на удачу. Вратарь выбивает мяч вперед. Мантелла. Де Росси.
Станкович. Сезар. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Кому отдаст мяч? О, вцепился в мяч, как будто он клеем намазан. Чем ближе окончание матча, тем собраннее играет вратарь. Станкович. Панучи. Какое сражение за мяч. Из-за боковой будут вбрасывать. Что, аут не учили бросать, да? Сезар. Хорошая комбинация. Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать решение. И вот матч окончен. И эта команда проиграла в финале. Большое разочарование, но, по крайней мере, до финала они дошли.